Вечер добрый. Я смотрю, что все, уже мы выходим в эфир. Хочу сказать вам вечер добрый, да, Марк, здравствуйте, вы сегодня первый. Надеюсь, что как бы... Хоть сегодня не день, когда я должна быть в эфире, вечер добрый, да, я должна была быть в среду, но, к сожалению, я не смогла провести урок, так как целый день занималась ожиданием своего сына, который застрял в Москве, в рейсе, где все сначала ломалось, и их там переводили с одного самолета на другой, и ничего не работало, и они сидели в самолете, да. А когда перевели уже в последний самолет, там какая-то актриса устроила какой-то балаган, или ей устроили балаган, да, уже не разобраться. И важно, что в этой истории, важно то, что я не успела к уроку, как обычно. Поэтому вот урок пришлось перенести, и время, которое казалось удобно и мне, и в икра, это сегодня. И вот сегодня по просьбе слушателей и тех, кто просматривает потом, мне писали, мы продолжаем с вами разговор о Перек Шира. Вечер добрый. О чем урок? Да, вот я потихонечку введу вас, и не только вас, а тот, кто пришел и, может быть, не слышал до этого, в тему. Но до этого, перед этим, я хочу рассказать вам одну историю, которую я слышала не так давно в записи WhatsApp. Может быть, кто-то тоже ее слышал, но мне показалось, что эта история очень и очень интересная. История, которая показывает, как хорошо всегда хорошее возвращается всегда хорошим, и как хорошо и правильно, когда ты думаешь о другом человеке. Итак, с нее мы начнем беседу, а потом перейдем именно к Перек Шира, именно то, о чем я хотела и обещала провести урок. Итак, это рассказ про чудо спасения, которое случилось с неким молодым человеком, когда он учился в Ешиве Шавей Шамрон в Хевроне. Все вы знаете, что такое за город Хеврон, и что он по своей святости второй город после Иерусалима для всех евреев. В Хевроне берет вообще свое начало вся наша еврейская история. Когда наш праотец Авраам, будучи первым евреем, выбрал Хеврон в качестве своего места, где он хочет поселиться на земле Израиля. И именно в Хевроне он купил первый земельный надел, пещеру Махпелу. Авраам купил это место у некого человека, Хета, Хет, да, такая национальность была, Хет и Фрон, народность такая была, Хеты. И Фрон купил за 400 шекелей серебра, чистой монетом, чистогоном, да. И в пещере Махпела похоронены наши праотцы, мы все знаем, Авраам, Ицхак, Яков, их жены Сара, Ривка, и Лея, и первый человек, Адам Аришон, со своей женой. Да, 8 человек. Но жить в этом городе Хевроне невероятно сложно. Хоть и по святости это место находится, просто зашкаливает святость, каждый сантиметр этого города просто свят, тем не менее жизнь там очень страшная, я бы сказала, этим словом определила. Может быть, вот если Раф Мушник нас услышит, он, может быть, скажет, что она не такая и страшная, но она, когда ты живешь на святом месте, и тебя окружают тысячи, сотни тысяч враждебных арабов, она очень непростая, и я считаю, что люди, которые там живут, они совершают каждодневный подвиг. И вот в один из дней герой вот этого нашего рассказа, про которого я говорю, который учился там в Ешиве Шавей Шамрон, он вышел на перемене немножко погулять. Мы знаем, что в Хевроне все близкое, одно находится совершенно рядом с другим. И арабы вообще, они чувствуют себя хозяевами этого места, хозяевами города. Как они чувствуют себя вообще хозяевами всего мира по тому, как они ведут. И вдруг, идя, этот молодой человек почувствовал удар в спину. Он оглянулся,
И что он увидел? Он видел сзади себя арабку, которая ударила его ножом в спину. Представьте себе, арабский рынок, тысячи арабов. Можете себе представить, тот, кто был в Иерусалиме на рынке, это одно, а в Хевроне это вообще нечто другое. И он один, и арабка, которая в него ударила его ножом сзади. И, конечно, ситуация была невероятно опасная. В этот момент, слава богу, у нас там есть много солдатов. Солдат, который стоял, который видел, наблюдал за рынком, увидел, что происходит что-то необычное, он подбежал, направил ружье в сторону головы этой арабки и смог вывести этого молодого человека с этого рынка и тем самым спасти ему жизнь. Полежал в больнице, слава богу, вылечили, все с ним в порядке. Это первая часть рассказа. Кстати, ученика этой ешивы зовут Натанель. А в переводе это Натан-эль дал Всевышний. Да? И у этого молодого человека Натан-эль есть мама. Эта мама работает в аптеке. И как-то очень давно к ней пришла какая-то женщина с рецептом лекарства, на что? На аборт. Мама – это очень религиозная женщина, хабатница. И она сказала ей: «Зачем ты хочешь убить своего ребенка?» И рассказала этой женщине, что у нее есть трое девочек, и муж больше не хочет девочек. И если вдруг она опять родит девочку, то что же она будет делать? Я не представляю себе, да, в принципе, как такое может быть, как вообще можно взвешивать жизнь ребенка, там, важно, девочка, мальчик, но неважно, это не в этом, так сказать, соль разговора. И вот мама этого молодого человека, который был ранен, дала ей совет. Она говорит: «Вместе напишем с тобой любавическому ребе. И как он скажет, так и сделаем, ведь жизнь идет про жизнь ребенка». И практически на этом их общение закончилось. По прошествии 22 лет как-то в аптеку врывается женщина и просит пропустить ее без очереди, что ей что-то срочно надо сказать. И вот она подходит к этой маме Натанеля и говорит: «Я хочу пригласить тебя на церемонию вручения цалаша». Цалаш – это такой тип церемонии награждения в армии, когда человеку поднимают даргу, то есть, как дарга правильно по-русски, я не знаю, когда там ты, не знаю, был простым солдатом, потом стал лейтенантом, сержантом и так далее, то есть тебя поднимают в степени, да, не знаю, как правильно сказать. И она хочет ее именно пригласить. Она с трудом вообще вспомнила эту женщину, кто к ней пришел и так далее. И тогда она ей начинает рассказывать: ты забыла, я у тебя была, когда была беременна, и ты отговорила меня сделать аборт. Так вот, представляешь, сейчас моего сына награждают за то, что он несколько дней назад спас одного ученика ешивы в Хевроне. Представляете? Она когда-то отсоветовала делать аборт, она отсоветовала убивать ребенка, и этот родившийся ребенок спас ее ребенка в Хевроне. То есть такое маленькое действие, такая забота о другом человеке, не равнодушие, она помогла спасти на самом деле двух этих детей. И иногда мы думаем, что зачем мы кому-то что-то будем советовать, да? Нам кажется, что он делает неправильно, но это абсолютно его личное дело. Что мы, евреи, постоянно лезем куда-то и считаем, что мы самые умные и больше всех правильно знаем. Все говорят: что вы, евреи, нам указываете, что правильно. А никто никому не указывает. Дают совет, каждый человек поступает, как хочет, но иногда правильно сказанное слово, отношение, доброе слово, оно меняет этот мир.
наверное, вообще спросите, зачем я рассказываю об этом на уроке по Перакшра, какое это вообще имеет отношение. Но Перакшра учит нас чему? Учиться от всего, что было создано до человека, до первого человека, до Адама Ришон, то, что тому, чему все было создано до нас. Поэтому я предлагаю, давайте учиться от поступков других людей, и с Божьей помощью тогда все в этом мире изменится. И вообще персумнес, когда с нами случается что-то хорошее, приносит в этот мир хорошее. Что такое персумнес? Это мы прославляем Всевышнего и все его дороги, и хесед по отношению к нам. Только сейчас у нас была с вами недельная глава Берешит. И там говорится о том, что был создан человек, Адам. Кстати, если вы знаете или обращали внимание, то слово «Адам» нельзя сказать в множественном числе. Но если мы хотим сказать «люди», да, мы не говорим «адамим». Да, в множественном числе, да, «адамим» не говорим, нет. Или там не говорим как-то по-другому. «Адам» – первый человек, и он единственный, в единственном числе, и он один. Весь этот мир был создан для человека. Вот для вас я вижу тут Виктория, или Олег Иванович, или Марина Полехина, или Ирина Лавренчук. Вот для каждой из вас по отдельности, для каждого из нас был создан этот мир. Конечно, никто из нас не является первым человеком. Мы потомки первого человека, царя природы. Наши мудрецы говорят, что только от нас, от каждого из нас. Я могу еще раз перечислить, что тут есть Эмма, Яков Шатагин, Мошей Комиссарук. От каждого из вас зависит этот мир и что будет в этом мире. А для тех, кто не был на предыдущем уроке, я напомню и отвечу на вопрос, который мне тут был занят, о чем же этот урок. Итак, Перакшира создали два величайших царя нашей еврейской истории. Царь Давид и царь Шломо. Царь Давид трудился над книгой псалмов много лет. Но когда наконец-то был закончен его труд, и он уже почти вздумал загордиться тем, как хорошо он прославляет Всевышнего, тогда произошло маленькое чудо. И Всевышний послал под окно царского дворца маленькую лягушечку. И мало того, что он послал лягушечку, что же за чудо в этом, да, но он сотворил еще некое чудо, что в тот момент Давид смог понять язык этой лягушки, и он услышал, что эта лягушка прославляет Всевышнего настолько прекрасными песнями, славит Всевышнего прекрасными песнями, ничуть не хуже, чем сам царь Давид. И в этот момент царь Давид перестал гордиться своими только уже созданными песнями и решил приступить к созданию еще одной книги Перекшра, собрание песен, которыми все создания в мире прославляют Творца. Закончил же этот труд царь Шломо, которому Всевышний дал удивительный дар понимать язык зверей и духов, а также понимать и слышать сердца людей. И это как раз то, о чем я вам сегодня начала рассказывать вот в нашем рассказе про спасение жизни этого животника и таким чудесным, прекрасным, вот сложившимся чудом, как один спасает другого. Но сейчас я хочу перейти ближе к Перекшра и коснуться темы символики животных из наших еврейских источников. Да? В предыдущем уроке я привела текст, я поставила, и вы можете пойти туда и просто посмотреть текст, который перечисляет, как говорит земля, как говорит небо, когда и так далее, и так далее, и так далее. Я же выбрала сегодня, наверное, коснуться животных.
Да, с Божьей помощью, если мы продолжим этот урок именно на эту тему, если вы захотите, вы напишите, что вы хотите продолжения, мы коснемся и других аспектов. Сейчас же я хочу рассказать о том, что согласно Мидрашим, в третий день творения Всевышний сотворил дикованных зверей и чудовищ. Я думаю, что вы об этом знаете и даже читали и слышали. И в том числе сотворил некого такого зверя, который называется гигантский рем. Рем в Торе – это такой, предположительно, орикс или сернобык. Тот, кто разбирается в животных, наверное, может себе представить огромного быка, у которого раздвоены копыты, и он имеет большие длинные рога. Вот так вот назад у него как бы эти длинные рога идут. Это животное сейчас существует и является символом кошерности, имеет явно раздвоенные копыта, и это символ силы и пропитания. То есть то, о чем я хотела сказать, что мы должны учиться от каждого животного, вот мы смотрим с вами и можем себе представить, если кто-то где-то встретился случайно с этим животным или его фотографией или каким-то там изображением, то по совету Давида и Шломо мы должны всему учиться от того, что от того, кого мы видим. Тут мы учимся, что это животное – это символ силы и пропитания. Другое животное под именем Тахаш. Тахаш, по некоторым версиям, это единорог. Шкурами Тахаша был покрыт мешкан. Мешкан – это переносной храм, для тех, кто не знает. Да? И одно из толкований слова «тахаш» – это единорог. Про единорога на самом деле есть еще разные толкования, и мы, может быть, на следующих уроках к ним еще вернемся. Следующий, про кого я хотела бы поговорить, это орел. Орел. Чему мы можем научиться от орла? В Мишне Реб Иуда говорил: «Будь сильным, как леопард, легким, как орел, быстрым, как газель, и могучим, как лев. Тогда ты сможешь выполнить волю Отца твоего на небесах». В Торе орел – это символ защиты. Всевышний вывел народ Израиля из Египта на орлиных крыльях. Так написано, так говорится. Знаете, на одном из своих уроков, которые я делала, у меня есть семинары, которые я провожу, и там урок, когда я прошу, чтобы люди нарисовали свой герб. Герб – это то, что показывает, кто ты и что ты. И вот как-то один человек нарисовал свой герб, я долго пыталась понять, почему ты нарисовал орла. И было очень интересно послушать, и действительно, действительно знание и понимание того, что обозначает каждый животный, и что это нам, как евреям, должно давать, чему мы должны от них учиться, это невероятно важно для каждого из нас, чтобы определять того, кто я и что, кем я хочу быть, и от кого, какие качества я должен брать, учиться делать максимально хорошо. И сейчас мы переходим ко льву. Я хочу поговорить обо льве. Источник истории, описывающий льва, это благословение Якова коленом Израиля. Лев описан как существо, способное к самоограничению. Самоограничение – вещь невероятно важная для каждого человека. Опять же, об этом мы с Божьей помощью, если удастся, нам в дальнейшем поговорим. В Торе же символ колена Иуды, царской власти, и символ Машиаха в дальнейшем – это вот лев. И в Пиркей Авоте написано, что это символ определения гвура. Гвура – очень важная вещь. Пророк Ишаяху, он называл Иерусалим Лев Божий, поскольку в нем располагался храм, напоминающий лежащего, затаившегося льва.
В городе, если вы знаете, если вы были в Иерусалиме или видели фотографии, есть много скульптурных и рельефных и других изображений львов. Внутри самого города Давида на площади, есть такая площадь Сафра, есть 4 льва. И есть еще также на воротах, у нас есть такие львиные ворота. Знаете, в Иерусалим есть много ворот, которые, когда придет Машиах, мы все как бы 12 ворот по количеству колен придет Машиах, и каждое колено будет входить в свои ворота. Так вот, есть львиные ворота, ворота колена Иуды, и там есть тоже такая как бы скульптура, которая изображает 4 львов, говорит о том, что Всевышний обратил свой взор на Иерусалим и повелел восстановить его из руин и хранить вечно. Кроме прочего, лев знак зодиака. Не каждый верит в знак зодиака, тем не менее, это знак зодиака летнего месяца Ав, это еврейский месяц. И здесь надо отметить исключительное значение в судьбе еврейского народа. Именно 9 Ава были разрушены оба иерусалимских храма, и по тому, чему мы верим и надеемся, один из вариантов, что в этот день должен прийти Машиах, и храм будет восстановлен. Поэтому это вот значение льва тоже очень интересно и очень важно. Я вижу, время уже много, но, наверное, я все-таки еще о пару зверей хочу сказать, потому что немножко отдала время этого урока на другие вещи. Давайте поговорим о олене. Цви, цви. У Ирмиягу написано: «И дам тебе землю желанную, удел оленя». Удел оленя – это символ красоты, символ земли Израиля. А в Мишне – это символ быстроты при исполнении заповедей. Песня Шира Ширим – это символ влюбленного. Олень, Айла, а также Серна, Айеле, да. У меня, кстати, есть дочка, которую зовут Айла. В Торе написано в благословении колен Израиля. Опять же, про отцом Яковом, когда он благословляет колено Нафтали, и он сравнивает его с ланью, потому что Нафтали умеет произносить приятные речи и приносить удовольствие от того, что ты от него слышишь. А в книге Мишлей сказано: источник твой да будет благословен и утешится женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серной. Олень у нас – это символ изящества и символ любви. Мы перейдем с вами к лисице. Лисица в Шираширим – это символ разрушения виноградника или даже разрушения храма. Не принято, наверное, я должна была остановиться на символе любви, а не на символе разрушения храма, но каждый из нас знает, что, к сожалению, храм разрушен, и мы все хотим, чтобы он построился, и с Божьей помощью будет. Поэтому тот, кто хочет всей душой молиться, чтобы это действительно было так, говорится, что если найдется хотя бы 10 евреев во всем мире, которые от всей души, всей силой своей души будут молиться о том, чтобы храм был восстановлен, и Машиах пришел, так и случится. К сожалению, наши какие-то, я не буду говорить шкурные, да, но какие-то эгоистичные интересы, видимо, не дают нам сделать это по-настоящему хорошо. Но есть возможность, как я рассказывала на предыдущем уроке, тот, кто читает 40 дней подряд, каждый день Перек Шира, Всевышний особо благоволит к нему, и его желания обычно
исполняются. Понятно, что недостаточно только этого, нужно еще свою внутреннюю работу. Но если мы все вместе с вами возьмем этот перек шира, все вместе, хотя бы 10 евреев, да, а если не евреи, то тоже человек, который от всего сердца молится Всевышнему и говорит хорошие вещи, и помолимся о том, чтобы пришел Машиах, миссия, да, мессия, и привел в наш мир Геулу, привез на мир освобождение, то с Божьей помощью так и случится. Так что, как я вам сказала, каждый из нас Адам, каждый из нас человек, и то, что с нами будет, зависит от каждого из вас. А на этом, я думаю, что я урок заканчиваю. Следующий урок. Мне очень хочется, обычно я уроки веду по Йом-Равии по средам в 9 часов вечера. К сожалению, и к радости, я неправильно говорю, к сожалению, к радости, я на этой неделе в Йом-Равии буду в Швейцарии, поскольку вы знаете, что я шатханит, и с Божьей помощью удалось помочь создаться одной хорошей семье. И они меня пригласили на свадьбу, прислали билеты и так далее. Поэтому в этот день меня не будет. Я постараюсь договориться с Вайкра, когда им удобнее делать это. Или я сделаю это во вторник, или опять же сделаю вот так вот, как сегодня в Муцей-Шаббат. И если вам интересно продолжение этой темы, то мы продолжим. Если вы больше хотите, чтобы я вернулась к своим урокам по недельной главе и соответствию наших поступков в связи с тем, что говорится в недельной главе, то напишите, и опять же мы решим, как правильно. Всего вам хорошего. Очень приятно видеть новых людей на уроке. И всегда приятно, когда вы пишете, из какого вы города, потому что вот этот разброс людей, которые соединяются на этом портале Вайкра, он совершенно необыкновенный, и я думаю, что всем приятно. И в результате все люди будут знакомиться друг с другом. Всего хорошего, хорошей вам недели. Шавуа тов.